Опа, сейчас переведу. Всем привет, дорогие друзья. Значит так, обычно я не выкладываю эту песню, потому что она блокируется сразу же. Это песня Vocalize, то есть песня «Знай», но вокалист без слов. И Димаш ее спел на туре «Арнау» в Киеве, если не ошибаюсь, два года назад, в 2020-м. Это был вообще мой самый первый перевод «Фейбла», который я когда-либо делал. Это была реакция на песню «Vocalize». Это будет исключением, потому что я обожаю эту реакцию, и, что более важно, я обожаю эту песню, моя самая любимая песня Димаша. Хоть там нет слов, мелизмы, это все. Поэтому поехали. Йоу, фейбловцы, всем привет! Сегодня у нас в гостях Димаш Кудайберген. Наконец-то я выговариваю его имя правильно. Димаш Кудайберген. Тур «Арнау», песня «Vocalize», то есть «Знай». Мне отправили эту ссылку, сказав, что эта реакция станет моей самой любимой. И когда кто-то мне что-то предлагает, мы должны это сделать, не так ли? Как вы знаете, мы с вами оцениваем музыку по трем критериям. Это будут звук, контент и вокал. Но у меня есть такое ощущение, что вы знаете, какую я оценку дам Димашу. Точнее, его вокалу, да? Итак, в итоге мы будем оценивать песню по трем категориям, которые оцениваются по 10-бальной шкале, которые в общем оцениваются по 30-бальной шкале, которые в общем оцениваются по звездам. Но слушайте, как вы знаете, Димаш никогда, никогда не подводил меня. И скоро мы сделаем рейтинг Димаша. Я работаю над этим. Следите за обновлениями. А сейчас... давайте начнем. Видите эти крылья на его пиджаке? Они ему очень сильно подходят, да. И они очень крутые. Он как ангел. Я честно не знаю почему, но есть что-то такое в этих инструментах и в его голосе. Что-то в них просто берет меня, я не знаю что. Я даже не знаю, что происходит, но эти инструменты и его вокал, они вместе, в них есть что-то такое. И я не знаю, почему инструменты вытворяют со мной такое. А песня даже еще не началась. Я как девочка. This man.
него такой искусный голос, я просто не могу. У него такой ловкий голос, понимаете меня? Я честно не думаю, что Димаш был послан на землю, чтобы разговаривать с человеческой формой. Он не разговаривает с плотью и кровью. Он разговаривает с чем-то за гранью крови и плоти. Вы понимаете, о чем я? Когда вы начинаете чувствовать пение Димаша, когда вы начинаете чувствовать его голос, он не поет для вашей физической формы. Он поет для чего-то большего, чем плоть и кровь. Он общается с вами в вашей другой жизни. Он разговаривает с вашей душой. Нет, он не разговаривает с вашей плотью и кровью, нет. Просто человеческие ДНК, просто они не могут вычислить, насколько красивое у Димаша пение. Я не думаю, что мы способны осознать, насколько это красиво. Да перестаньте смотреть через свой фрукт, блин, да перестаньте смотреть через свой телефон. Это так красиво, я не знаю, что сказать, это так красиво. Нет, я не могу продолжать, это слишком красиво. Я не знаю, что я ощущаю. Ну нельзя же такое вытворять с человеком. Нет. Я обожаю его вокал и этот инструментал. Люди, нельзя со мной так поступать. Все время. Вы это делаете все время. Прислушайтесь к этому затвору. Извините, не буду часто так останавливать. Тут был мини-вокалист, который вы могли не услышать. Ну, где-то вот тут. Прислушайтесь к этому затвору. Извините, не буду часто так останавливать. Вы посмотрите, как он вытворяет этот затвор. Его лицо, он просто голосом делает этот затвор, и его голос начинает вибрировать. Боже мой. Ну сколько еще это продолжится, а? Ну сколько еще это будет? Я должен подготовить себя. Я должен подготовиться. Сколько еще это продолжится? Да вы, наверное, шутите. Это уже просто какая-то шутка. Инструментал на этом выступлении просто невероятен. Просто невероятен. Боже мой, это один из самых моих любимых выступлений. Боже ты мой.
Я не могу просто. Я не могу это продолжать. Нет. Не могу. Это было так хорошо. Дайте я продезинфицирую свои руки. Может, хотя бы это поможет. Мы были продезинфицированы, и теперь мы защищены. Давайте вернемся назад. Смотрите, вот это официальное видео к этой песне, знай. Оно было выпущено 27 апреля. Примерно так. И вот мой комментарий. Мелизмы в конце. Мне 20, я спустил слезу, когда слушал эти мелизмы в конце. И то же самое на английском. Все любили вокализ, просто изумительно. 2 года назад я сразу же, когда песня вышла, я сразу же написал комментарий. И не стал делать реакцию, потому что... Ну, мне было просто интересно, что такое, ну, песня называется «Вокалис», я обожаю «Вокалис». Я не стерпел и просто посмотрел. А что, мой комментарий набрал наибольшее количество лайков, да? 491. Ведь я крут, ладно, это не смешно. Еще вчера, помните, наш друг мистер Харрис говорил про то, что аранжировка песни Канайда была написана буквально от ручки, как будто бы все аранжировка была от... первой секунды до последней секунды прописано, и как будто Димаш в точности делал все, как было прописано в аранжировке, и он сказал, это он все придумывает на ходу, или он это все до этого подготовил. Такое подготовить, в принципе, думаю, нельзя, и это видео отличный пример тому, что он все придумывает на ходу, потому что все эти мелизмы, которые он делает вот тут, их невозможно повторить в точности, на другом концерте. Просто в точности нельзя все повторить. Это невозможно. Поэтому давайте просто еще раз послушаем.